Мужчина на 22-м этаже недостроя. Возможно, попытка суицида. Такой вызов пришлось отрабатывать полицейским Черноморска. Двое напарников поднялись наверх и стали уговаривать 20-летнего парня не совершать ошибку. Впрочем, спасать его все же пришлось силой. Было время открыто это окно. Через окно тримаючись за раму та страхуючи напарник. Була схвачена громадянина за руку, куртку міцно і перетягнуто це вікно. Чоловіку було надано допомогу, евакуйовано з вікна квартири на рівні 22-го поверху. З даним громадянином була проведена бесіда. Интересно, что сержант полиции Борис Балашов уже не впервые спасает жизни. 13 октября он вместе с неравнодушным горожанином спас двух студентов Черноморского морского колледжа, которые тонули в море. Однако их третьего однокурсника тогда спасти не удалось. 15-летний подросток утонул.